Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в очередном видео. В этом видео мы с вами установим шаблон для нашего магазина. Что такое шаблон? Шаблон – это внешний вид, внешнее отображение нашего контента на сайте. То есть мы с вами установили компонент интернет-магазина на движок Joomla, но сам компонент не является шаблоном. То есть шаблон ставится отдельно. Шаблонов для Joomla существует очень много. Я подобрал вот такой вот нейтральный шаблончик и тему взял сотовые телефоны. То есть сейчас перед вами открыт демо-магазин, который я создал перед курсом как шаблон. То есть мы по этому сайту будем двигаться и создавать то же самое. Тематика продажи товаров может быть абсолютно разная, поэтому вы для себя сразу решите. То есть, если у вас есть что продавать, там, не знаю, мебель, какие-то там сувениры, футболки, игрушки, все что угодно. В общем, все, что вы реально хотите продавать через интернет, если у вас есть уже фотографии ваших товаров будущих, да, то вы можете за мной сразу повторять и сразу делать, наполнять своими товарами. Если же вы пока просто хотите потренироваться и научиться создавать интернет-магазин, значит, возьмите какие-нибудь картинки с интернета для тренировки, да, для тестирования. А вот здесь вот есть такой небольшой нюанс, вы вот здесь можете увидеть, здесь ничего страшного нет, здесь просто работает уже адаптивная верстка. Дело в том, что я снимаю видео в HD качестве 1280 на 720, и если я за край браузера потяну немножко вправо, то вы видите, что здесь появляется еще одна колонка смартфонов. В принципе, давайте я, наверное, так и буду записывать урок, чтобы вас не смущать. Вам будет не видно только ползунок у браузера. То есть сейчас то, что вы видите, вот шаблон, внешний вид, вот эти вот серые кнопочки, вот такое вот меню, да, это у нас все идет от шаблона. Отдельный модуль по данному шаблону, то есть более такие уже продвинутые уроки по настройке самого шаблона, я также дам в рамках этого курса следующим модулем. Но вначале мы сейчас его сразу с вами установим, данный шаблон, чтобы мы уже наглядно могли видеть то, что мы делаем прямо на данном шаблоне. Данный шаблон также вы сможете настроить, в принципе, под себя, то есть цвета, вот это все можно настроить. В принципе, давайте приступим к установке данного шаблона. То есть, вы помните, наш сайт сейчас выглядит так. Это тоже шаблон. Переходим в админку нашего сайта. Также переходим в расширение, менеджер расширений. Меня выкинуло из админки, я заново авторизуюсь. Также пройдите в папку с курсом в дополнительные материалы. Здесь будет папочка шаблон. И здесь будет два архива. Верхний архив, там где написано Async Demo Package, мы не трогаем. Это быстрый старт нашего шаблона, нас пока он не интересует. А сам шаблон — это вот этот файл Async, нижнее подчеркивание, j32.zip. Мы его также перетаскиваем сюда на наш сайт и загрузить и установить. Сообщение, что у нас установка шаблона успешно завершена. Теперь нам нужно его активировать. Переходим в расширение менеджер шаблонов. Находим его здесь. И чтобы он был активным по умолчанию напротив него, мы кликаем на звездочку. Так, чтобы она у нас засветилась желтым цветом. И вот здесь у нас есть сообщение. Стиль по умолчанию назначен. Давайте проверим. Обновим главную страницу нашего сайта. Видно, что у нас произошли какие-то изменения, но ничего здесь нет, потому что мы еще ничего с вами не создали, у нас ничего еще не создано. Ни меню, ни категории, ничего. Итак, первые необходимые манипуляции перед рассмотрением настроек интернет-магазина мы с вами сделали. И со следующего урока мы уже приступим к созданию категорий интернет-магазина. На этом здесь все. Увидимся в следующем уроке.